Всем привет! Herkese Привет! merhaba. Biz bugün balkonda oturuyoruz kızımla beraber ve kızımla beraber muhabbet ediyoruz. Siz de bizi dinlemek ister misiniz? Söyle bakayım. Лежала себе спокойненько, ждала, пока мама кашку принесет, смотрела мультик, увидела папу, все. Начала выпендриваться. Babacım, kızım. Все интересно, это ж Albina, вообще. babacım. Ne oluyor? Скажи, папа, отпусти, я побежала. Hadi. Да? Hadi bakayım. Hadi. Kalktık ayağa annesi. Пошли, Альбин. Слышал, да? Дай, говорит. Дай. Что тебе дать, Альбин? Что тебе дать? Не истерюсь. Видите, там время ифтара. Кушать на балкончике. Можно? Что хочешь, дочь? Курочку? Да. Ну, сейчас наложу тебя. Эджерин? Эджерин, ку-ку. Сына играет в игру там. Очень любит слушать музыку. Эджерин, Эджерин, выключай. Смотри, мама наложила курочку, смотри. Давай волосики заплетем. Эджерин сегодня даже два раза искупалась. Да, Эджерин? Эджерин, вкусно? Вкусненько? Ну, кушай. Ай, как вкусненько. А перчик? Перчик будешь? Давай. Что? Что случилось? Прикусила щеку? Ну, аккуратней кушать надо. Что у вас там? Зарядка? Вот так мы стоим. Вот так мы стоим. Ты знаешь, что мне кажется? Если ей рюмджек купить, капец, она тут будет гонять. Да, сейчас это думаю. Она все ей интересно. Она уже не может на месте вообще никак. Ладно, я буду куплю. Она будет гулять уже. Да можно. Я и ради, по-моему, в 7... Нет, не в 7. 8, мне кажется. Да, 8. Так, 8. Ну да, ей где-то около 8 ей было. И Рада пошла уже в ходу. Потому что она в 9 уже пошла. Она где-то недельки... Ну вот, где-то месяц покаталась на этом. И то она с опорой ходила еще. Слышишь, она с опорой ходила и на ходунках. И вот в 9 месяцев уже побежала. И Альбиночка также. Но сегодня мы вставали, она держалась, пыталась держаться. Да, за вот это, ну, за этот. Ася такая милашка. Ой, как папу любит. Ой. Все, Альбиночка, кашка готова. Альбина, Альбина, будешь кушать на балконе? Альбин, будешь кушать ням, на балкончике? Ням-ням-ням. Смотрите, папуля решил первый раз накормить дочь. Вау. Альбина, ку-ку, ку-ку. Как нравится? Нравится кормить дочь? Я все могу делать, как-то хочу. Ну хорошо. Как-то хочу, я сказал. Не ты, я. Ну, а кто же тебя заставляет? Нет, если ты хотела, будешь и знаешь. Как-то я хотел, можно. Get. Да не, просто если честно, пока поменьше была Альбина, Берол боялся. Говорит... Вдруг как-то не так. Сейчас Альбина уже повзрослела. Уже не боится. А до этого как? Не, ну есть мужчины, которые с рождения могут и кормить, и там памперсы менять, и все, купать. А Берол почему-то боится. Но уже не страшно, да? Уже Альбина большая, уже можно все. Нет. Все равно страшно? Да. Отмазка, да, такая? Альбина, папиной любви будет вполне достаточно. Все остальное на маме.
Молодец. Если я все делаю, ты почему мама? Правильно? Да. Ну, когда надо или что-то не так, конечно, я все могу, честно. Ой, да я сам, не, я сама люблю все делать. Я знаю, ты не можешь оставить меня? Никого. Не могу оставить. Я сама люблю все делать. Все, что касается детей, в первую очередь. Меня даже немножечко раздражает, когда не я делаю, потому что мне кажется, все как-то не так, как надо. Приятного аппетита, доченька. Все, поела? Да, ладно, ладно, битержексин. Таба, битержексин, тамам ма? Ачазаны? А, умас. Айер. Давай силу свою. Молодец, все, мама вытирает. Табак, табак, мак, ёк, не темизжес, тамам? Все. Ура! Нет, еще не ура. Как мы, да, всегда делаем, когда девчонки доедают? Айер, 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 айер. Мы делаем вот так. Ура! Yiyeceğiz hepsini. Всю силу папа тебе, видишь? Все. Temiz olacak, sevap olacak. Tamam mı kızım? Allah daha çok verecek ondan sonra. Al bakayım. Hadi bitti. Молодец. Так ротик открывает ты, мое солнышко. Ура! Че, не ура еще? Ура уже. Раз, два, три. Ура! Ура! Что, папина дочь покушала? Да, кушала. Она сейчас будет... Газ выходит. Да какой газ выходит? Она же уже большая. Уже не нужны ей эти столбики. Его надо. Да не надо, уже все само выходит прекрасно. Выходит, заходит, приходит. Трясти не надо. Альбин! Ку-ку! Чего отвернулась? Ой, спасибо! Ой, спасибо! Папа как-то что-то будет скажет, она будет делать. Дыми, кызым. Что, прям папина? Да, папина дочечка. Папина дочечка. Папина дочечка. Да. Так, пока не надо. Ты мамина, что-то здесь слюна, что ли? Мамина золото, мамина. Ладно, не ешь, не ешь. Я сама хочу. Вкуснятина наша. Смотрите, вот я показывала вчера, да, что апельсин пророс. И вчера вот реально он был, мне кажется, ну наполовину меньше. Сегодня прям утром подошла, он уже такой длиннющий. И смотрите, и появился вот еще один. И вот рядышком. Но почему-то вот этот и этот, они ну, длинные, просто одним лепестком. А вот эти вот почему-то там два рядышком по два сразу листика. Интересно. А вот яблочко, видите, вот таким одним лепестком. Кстати, первый, который пророс, девчонки его оторвали. Вот. Вот, видите, в серединке он там продолжает расти. Но не знаю, прорастет, не прорастет. Тут еще много, на самом деле, косточек. Штук 10, наверное. Но я не думаю, что все прорастут. Но вот два тоже так же этим лепестком. Но по косточкам точно я все четко клала, чтобы все прям было... Я понимала, что есть что. Но лимончик пока еще не пророс. Так что сейчас еще... Ну, когда достигнет, я думаю, сантиметров 10, да, там... Я их пересажу уже в отдельные горшочки. Пусть растут. Не знаю, интересно, какое яблоко будет. А ты что, то выкинул, что ли? Mm-hmm. Ты выкинул то? Что? Ну, который здесь был цветок. Да-да. А. Это был плохой. А, это молодец. А этот сюда, да, пересадил? Mm-hmm. Но все равно надо другие саксы. Есть там декен. Да? Да. Потому что эти, видишь, там внизу все течет. Ты забыл, нам были умерла цветы. Это
Надо другие, в общем, собирали. Поставить их, потому что все, вода течет. Ну, нормально. Вот эти вот немножечко подрастут, мы тоже. Сейчас большие. Это, смотри, я убирали весь плохой листик. А я хотела, так и не хватило мне времени, в общем, забыла я убрать. Ну все, нормально. Что такая жара? Нет, ну я, кстати, не знаю. Нет, вот как до утра я соберу его телевизор, я там поставлю. Ну я знаю. А вот этот цветок, он вообще будет расти, разрастаться? Да, очень будет классно. Так я у тебя спросила, говорю, он будет большой, ты говоришь, нет. Ну, понятненько. Ну, вот это надо выкинуть туда, да? Маленький. Не, хочешь туда поставить. А, ну, вообще-то, да, оставь на всякий случай, вдруг я захочу что-нибудь еще посадить. Надо еще несколько желтеньких каких-нибудь, да, ярких. Я попал, я хотел. А то что у нас одни красные? Надо еще немножечко нам красоты сюда. Да, тут одна секунда. Поливаю, да? Вот даже утром и рады, или я поливаю. Проходит там час-два. Все, сухотня. Такую жару не выдерживают цветы. Сегодня вообще, наверное, 35 градусов было. Да. Сколько? 35. От узбеш? Не от узбеш? Я как сапанды ходил утро. Ну? 39. Ого! А я думаю, почему так было мне плохо? Сегодня 40-42 был. Да. Ты вот это вот убери, потому что, чтобы девчонки нет. Еще. Да много тоже не надо, мне кажется. Вечером можно. Но все равно зачем их переливать-то? Заливать. Я вот сегодня поливала их. Ты забираешь, да, здесь? Можно. А? Можешь забирать, да? Да я другой водой поливаю. Я настаиваю. Я наливаю, вообще, да, она знаешь, стоит потом. Как-то Дэн Фолса есть? Да. Если честно, не надо. Вот это, кстати, надо... Вот этот бюрол... Забери вот эти два. Можешь их это... Убрать, выкинуть. Это? Угу. Почему? А тут все равно ничего не вырастет. Я уже понимаю. Это армуд. Ты откуда знаешь? Но уже все проросли, которые мы сажали, а это никак. Что? А? Что, нету ничего? Долго. Видите что-нибудь здесь? Ну вот армуд здесь не растет. Ну, полить тогда надо его немножечко. В общем, вот так вот мы тут садоводством занимаемся, пока девчонки уснули. Мы немножечко будем балдеть на балконе. Блюдо называется... Похудей, жена. Это баклава, а сверху мороженое. Вот этим меня муж кормит по вечерам. Вот секрет моей толстоты. Всем пока.